В целях борьбы с распространением наркотиков, привлечения внимания общественности к этой проблеме, Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году выступила с инициативой учреждения соответствующей даты. С тех пор 1 марта – день борьбы с наркобизнесом. В этот день в Славянском районе Управлением по делам молодежи была проведена акция «Выбери жизнь». В день борьбы с наркобизнесом волонтеры Славянского района вышли на улицы города и рассказывали молодым людям о вреде наркотиков и о последствиях их употребления. Кроме того, на Театральной площади они установили стенд, где каждый желающий мог оставить запись о том, почему так важно вести здоровый образ жизни. В первую очередь этот день носит профилактический характер против употребления наркотиков. Это как наркотические вещества сами по себе, так и алкоголь, и табакокурение, потому что нельзя забывать, что они тоже наносят существенный вред здоровью человека. Мы привлекли огромное количество человек для участия в акции. В первую очередь мы поставили колонку на центральной площади Дома культуры, откуда постоянно шло вещание о том, что такое наркомания и какой вред она наносит человеку. Также мы привлекли и социальные сети, и другие средства массовой информации, в которых рассказывали о том, что такое наркомания и как она вредит человеку. Помимо борьбы с этой пагубной зависимостью, своевременное информирование о вреде наркотиков должно остановить желание их пробовать. В борьбе с наркоманией крайне важна именно профилактическая работа. О том, что наркотики – это зло, необходимо помнить не только в день борьбы с наркобизнесом, но и во все остальные 364 дня в году. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».